Спектакль «Три Ивана». У царя Агея родился первенец. В тот же день появился мальчик у ключницы Варвары. А в капусте нашелся новорожденный малыш. Всех троих нарекли, ну, соответственно, исходя из названия, Иванами. Эта история о доброте и честности не оставит равнодушными ни взрослых, и детей также, давая возможность насладиться приключениями любимых героев. Замечательный советский фильм «После дождичка в четверг». Кстати, смотрели, помните, друзья? Да, классика, согласна. Киносказка Юлии Кима и Михаила Юзовского покорили сердца ни одного поколения зрителей. Это история на все времена. Друзья, давайте еще раз поприветствуем театр имени Пушкина, спектакль «Три Ивана». Здравствуйте, друзья! Ура! Привет, красная песня! Дорогие родители, дорогие дети, подходите ближе. Сейчас будем надеяться, будет интересно. Друзья, сказка недорого здесь, на сцене. Не вся, но сказка. Подходите, взрослые, дети, вот все, кто идут с детьми, подходите, пожалуйста. Друзья, мы благодарны фестивалю «Метро Фэмили» за то, что нас сюда пригласили. Мы очень рады показать вам фрагменты сказки. Мы постарались соединить это в какую-то небольшую сказку. В общем, вся сказка идет 2.5 часа. Мы вам покажем где-то на полчаса фрагмент. Но тут будет много веселых песен, будут красивые костюмы, поэтому ведите сюда детей. И самое главное, друзья, будет розыгрыш. Мы будем дарить подарки, сказочные подарки. Поэтому подходите. Вот, что еще сказать. Все, был блестящий конферанс, все рассказали. Сказка известная, сказка хорошая. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Сказка про трех Иванов. Можно. Заколдованный лес Кощея? Так, не трусь, Ванька, не трусь. Вань, вот это мы с тобой вляпались. Господа проходящие, вы находитесь на Кощеевой земле. Отправляю. Yeah.
Здравствуйте, бабушка! Деньги! А ты откуда взялась, сыроежка? Что это такое, а? Что за оскорбление-то? А ну, давай деньги! А не дам, что будет? Ну, Кощею скажу. Ага. Он свое колечко перекинет и превратится в апельсин. Ага. И березка. Да нет у нас денег, бабушка. Нет денег, бабушка, нет. А ну! Сейчас посмотрим. Нет, они денежки. Что-то я не поняла. А вы к Кощею мимо? Кощею, бабушка, Кощею. Ты что, даже? Нет, без денег, без всего Кощею. Кощею без денег собрались, а ну пошли вон. Голодрать. Да что ж, у тебя совсем сердца нет, коряга ты корявая. Слышала, бессердечный ты, вот был бы я на твоем месте, я бы тебя так встретил. Да что ты говоришь? И как бы ты меня встретил? Разрешите? Да пожалуйста. Спасибо. Так, Ваня, помогай. Э, ты что говоришь? Ты чего? Здравствуйте, бабуся, далеко идете, как вы очутились в этом болоте. Еще, слава Богу, повстречали нас. Будьте как дома, а мы сейчас. Ну-ка, знаки хитрая наука, мы вам кашу приготовим живо не спеша. Вот и ложка, и кастрюля, вот и три чугок, бабуля, ай да каша будет хороша. Болото глубокое, дорога далекая. Бабушка, как же вас родные сюда отпустили? Это плохо. Ну ничего, вы одинокая, мы одинокие. Теперь нас уже трое. Какие же мы теперь одинокие? Посидите, отдохните, на природу посмотрите. Скоро кушать будем кашу. Ваня, побежай. Ага. Вкус такой, что не опишешь, только пальчики оближешь. Ай да каша вышла хороша. Пробуйте кашу, бабушка. Бабушка, ну хорошо. Да, мама! Ух ты! Смотри-ка! Не отравили! Ну, и не пересолили! Ну-ка! Накормили! На! С чего, ну? Да ладно ты, ну. Дальше говори. Ну? Да чё говорить-то? Да ладно, чё ты чё? Ну вы меня накормили. Ну, напоили. Ну! Вот пристал. Ну так и смешно. Ты чё? Деньги! Ну деньги с меня требуйте, а? За еду золотой. За теплоту золотой, за привет, за ласку. Так мы же от души, бабушка. Что? Что? Бесплатно? Видать, тяжело жила бабуся. Так. Кощею, да, ты Кощею собрались. Как понял, там ты без денег, без всего Кощею. Ладно. Знаешь так, будет вас превращать там Васильку или Березку. Ваня. Да. Ко мне. На болото проситесь, глядишь, еще поживете. А то, может, останетесь, а не вернетесь. Нет, это дело решенное, бабуль, Кощей ведем. Ну нельзя Кощей без всего, да. Шустрый.
А ну пусть сюда их. Скажи, ты сказка мне рассказывай. Драка, что такое? Да ты чего? А чей их страсть как обожает, глядишь, помилует, да? Хотя, это ж Кощей. Вон туда идите, успеете как раз к обеду. Спасибо, бабушка, не поминай лихом. Давайте, давайте. Может, иди в горе, ночью поможет. Но... Нет, пропадут у Кощея. Молодо зелено! Друзья, не уходите, можете похлопать. Это артист театра Пушкина. Наш замечательный артист. Что, ну, кто-то видел сказку, кто-то не видел. Приходите, обязательно посмотрите. Это не вся сказка, но в театре обязательно есть антракт. У нас сказка в два акта. Вот будем считать, что это у нас наш небольшой антракт нашей маленькой сказки. А в антракте выходят скоморохи и развлекают детей и взрослых. Я вот сегодня буду, значит, за скоморохом. Друзья, мы обещали розыгрыш, и сейчас этот розыгрыш проведем. Давайте я приглашаю на сцену детки, вот те, кто наш потенциальный зритель, те, кому есть, ну, 4 года, поднимайтесь сюда, человек 5. Давайте, кто мне отдаст своего ребенка, родителям? Давайте. Детей обещаю вернуть. Поднимайтесь сюда, кто-нибудь помогите, пожалуйста. Поднимайтесь ко мне на сцену. Нет? Почему? Поднимай, вот там, смотрите, вот там есть лестница, сейчас вас встретят. Вот они, давай. Раз, два, три. Ну, давайте, кто? Давайте, мальчик, поднимайся, иди сюда. Давайте. Так. А девочка еще больше. Давай, руку вторую. И, опа! Так. Все, больше нельзя, стоп, остановились. А то очень много детей. Так, давайте, вставайте в ряд. Вставайте, по-росту можете выстроиться? По-росту можете? Все, ладно, не выстраивайтесь по-росту. Молодцы. Ну вот, друзья, вот это наш целевой зритель. Ребята, ну, во-первых, мы вас всех... Привет, давайте. Во-первых, мы вас всех приглашаем на сказку. Вы вообще сказки любите? Не слышно, вы что, наши не боитесь? Смотрите сказки? Читаете сказки? Да! Мультфильмы любите? Да! Супер! Все про сказки знаете? Да! Да? Да! Ну, давайте проверим. Давайте, я вам сейчас буду задавать вопросы, и за самые оригинальные ответы будем дарить вам подарки. Хорошо? Да! Будем дарить майки, правда, майки они не на вас, а для ваших родителей. Поэтому давайте, вы сейчас работаете на семью. Давайте, год семьи у нас. Так, где я потерял вопросы? Где я потерял вопросы? Вопросы из зала принимаются. Где? Вот они мои вопросы, конечно. Так, кто читать умеет уже, поднимите руку. Да? Молодец. Ну, читать буду я. Значит, смотрите, первое. Какими словами обычно начинаются сказки? Варианты у кого есть?
Какими словами начинается сказка? Так, давайте. Чтец, привет, как тебя зовут? Ята. Как начинается сказка? Жили-были и жил-был. Молодец. Так, один вариант есть. У кого-то еще есть варианты? Нет, больше нет. Я тоже нет. Из зала подсказка. Еще оригинально. У кого-то еще есть вариант? Как сказка начинается? Давай. Так, и давайте, был вариант жили-были, был вариант жили-были, и был вариант жили-были. Еще вариант есть? Давай. Жил-был. И последний ответ, девочка по имени как? Анфиса. Анфиса получает замечательную майку для своего, ты с мамой или с папой? Для мамы и с папой. Ты с мамой и с папой, кому ты отдашь майку? Вот так вот. Где этот счастливец? Yes, молодец, ты заработал для отца майку. Все, беги, мой дорогой. Беги, папа, забирайте. Молодец, давайте похлопаем Анфисе. Друзья, а мы с вами продолжаем. Продолжаем состязание. Итак, следующий вопрос. В каких сказках упоминается цифра 3? У кого есть варианты, а? Так, давайте начинаем, как обычно, с чтеца. Три богатыря. Три богатыря. Сказка про трех богатырей. Да. Есть. Первый вариант. Сказка про трех богатырей. Где еще есть цифра 3? Давайте вспоминаем. Так, а где там цифра 3? Там было три брата, помнишь? Как тебя зовут? Стасик. Стасик вспомнил сказку про трех братьев. Царевна лягушка. Поплопайте Стасику. Так. Стасик президент на победу. Давайте еще есть варианты. Где упоминает цифра 3? Я хочу. Давайте, поднимайте. Не стесняйтесь. Поднимайте руку. Цифра 3. Так, давай, мой дорогой. Конечно. Не стесняйтесь, говори. Сказка, где цифра 3. Помнишь, Саша? Сколько тебе лет? Вот! И то, что три года человеку, он получает приз для... С кем ты пришла? Это он. С кем ты пришел? Длинноволосый красавец. С мамой и папой. Кому ты подаришь майку? Правильно. И в этот раз майку получает мать! Я поздравляю. Спасибо. Приходи на сайт. Где мама? Где счастливая мама? Так, давай, ты... Да. Спасибо, мой друг. Давайте, ребята, похлопайте. Ну что, продолжаем играть? Продолжаем? Так. Ну что, следующий вопрос. Каких писателей-сказочников вы можете назвать? И здесь, я думаю, нам понадобится помощь родителей. Кто? Царевна. Это же самый оригинальный ответ. Ты точно получишь сегодня приз, но подожди, давай. Какие? Писатели-сказочники. Кто-нибудь знает, какие-то писатели? Так, первый вариант. Пушкин как зовут? Пушкин. А Пушкина как зовут? Сергей. Молодец, да, ты как поклонник Сергеевича, давай. А Сергеевича мы тебе прям сразу дарим майку. Давайте, похлопайте за Сергеевича, давайте. Мы, кстати, работаем в театре Сергеевича. Как тебя звать? Саша. А вот что? Виталий. Давай, Виталий Ильич, я тебя поздравляю, ты кого майку, папе отдашь майку? Мать, добытчик. Ну давайте, Виталий, похлопай, молодец. Сергей, приходи в театр имени Сергеевича. Давайте, дальше. Какие есть варианты еще? Подождите, я должен задать вам вопрос. Так, какой вариант? Картинка. Давайте еще, давайте попробуем. Каких писателей-сказочников вы знаете? Давайте сейчас попробуем магнитики поразыгрывать. Давайте, писатели-сказочников, вспомните. Чьи сказки вы читаете? Кто писал сказки? Давайте вспомним. Пушкин, так, кто еще? Пушкин у нас уже был. Пушкин. Ну кто-нибудь еще, давайте вспомним. Андерсон, давайте. Шарль Перро. Кто-нибудь знает Шарль Перро? Дайте. И... Так. Все знают. Сейчас, как только мы закончим с детьми, сюда поднимутся родители. И будем разговаривать уже с родителями. Ну что, ладно, дорогие друзья, давайте, мои хорошие, дальше. Назовите как можно больше мест обитания сказочных персонажей. Где живут сказочные персонажи? Сказочные
У кого есть вариант? Поднимайте руку. Где? Молодец, как ты здорово формулируешь. Сколько тебе лет? 4. Молодец, ты точно получишь приз. Жди своего приза. Так, еще вариант, давайте, чтобы у нас не один был, честно. Ну давай, те, кто постарше, бейсболки. Где живут сказочные персонажи? Вика. Вика. Баба-Яга в лесу. А еще? Водяной. А кот ученый, вы знаете, где живет? Кот ученый живет на... Что? Да нет. С чего сказка? Сказка начинается. Давай помним. Сказка сама. Давай. Самый первый строчек. Молодец. То есть где место? У кого ли дух зеленый? То есть место, одно слово. Дух зеленый. Молодец. А еще давай попробуем выбрать эти слова. Давай, еще вариант. У Лукоморья дух зеленый, надо выбрать одно слово, место, где живут сказочные персонажи. Молодец, с моей подсказкой отгадала. Итак, что у вас, последняя майка? Еще предпоследняя. Получай майку, молодец, у Лукоморья дух зеленый. Так, ну что, мои дорогие, продолжаем играть? Да. Давайте, сейчас самый сложный вопрос. Назовите как можно больше предметов быта, которые в сказках обладают волшебными свойствами. В общем, волшебные предметы, какие бывают? Все, разбрелись. А? Метла. Так, метла, раз. Еще какие? Я. Может, ворот прямо сейчас. Давайте, родители, помогайте. Какие волшебные предметы? Давайте. По одному, меч, еще. Волшебная палочка, еще. Самолет. Вика. Что? Вика. Самолет. Вика. Ковер-самолет. Вика. Волшебная лампа. Вика, да. И только щель, да. Волшебный предмет, так. Лампа. Скатерть-самобранка. Лампа. Скатерть-самобранка, раз. Лампа. Блюдце. Какое блюдце? А, да. Блюдце, раз. Лампа. Лампа Аладдина, раз. Волшебная палочка. Лампа была. Лампа Аладдина, два. Лампа, блюдце. Что? Метла была, ступа, раз, ступа по Баба-Яге, раз, сапоги-скороходы, аленький цветочек, шапка-невидимка, раз, светик, семицветик, плащ-невидимка, плащ-невидимка, сапоги-невидимка, да. Что? Был. А? Волшебная дудка, раз. Волшебная дудка, два. Колечко с аленьким цветочком. Волшебное колечко, раз. Волшебное колечко, два. Давайте нужно еще вариант. А? Волшебное зеркало, раз. Ты мне зеркало скажи. А? Волшебная палочка. Сейчас, подождите, тут все волшебное. Подождите, зеркало. Пока зеркало держим. Огниво. Огниво, раз. Огниво, два. Огниво, три. Вот он, последний наш обладатель с зеленым шариком. Вот. Ну, я вас поздравляю. Как вас зовут? Александр. Спасибо. Вы придете к нам на спектакль? Конечно. Все, мы вас ждем в октябре, в сентябре. Мы вас всех ждем на спектакле в театре имени Пушкина. А вам, дорогие друзья, мы дарим магнитики, чтобы вы пришли домой и повесили их куда-нибудь на холодильник, например, приклеили. Мои дорогие, спасибо. Аккуратно спускайтесь со сцены. Давайте, родители, помогите, пожалуйста. Вот выход вот там, во всяком случае. Если родители... Да. Спасибо тебе. Друзья, а мы продолжаем наш небольшой концерт. У нас еще совсем небольшая часть, где появляется Кощей, где появляется Иван, где появляется Жар-птица и Веловика. И на этом, я думаю, что мы с вами попрощаемся, но еще 10 минут мы вам подарим прекрасных песен. Смотрите, наслаждайтесь. Ура, похлопайте. Но мне не нравится.
которым кажется, что честные они. Ну что вы, милые, вам только это кажется. Поверьте опыту, послушайте меня. Когда-нибудь, хоть на минуту, окажется, что вы такие же, как и я. О, промашите люди, маки, высерки, раз! Люди либо жулики, либо дураки. Бежи, Ваня! Ваня, дайся! Ну вот, кажется, и выбрались мы из леса заколдованного. А, Вань, да, и не одни, а с невестами. Вон, я жар-птицу себе нашел. Ты царевну Милолику спас. Эх, Ваня, заживем! Ой, заживем, Ваня, заживем. Эй, стоять! Что я говорил, нету честных, нет хороших. Взять их! Разберись, Ваня, разберись с ними, со злодеями. Пришло лето, уже вот-вот, и уже все, июнь, мы скоро все будем отдыхать. А перед тем, как с вами попрощаться, я бы хотел представить всех артистов, которые сегодня работали на этой сцене. Под ваши аплодисменты, друзья, я прошу выйти тех, у кого сейчас нет на сцене. Где они? Вот они, Кощей Бессмертный, Баба Яга. А в роли потешников и деревьев Сергей Кудряшов. Владимир Зиверев, господи, я тебя в гриме не узнаю. Сергей Миллер, заслуженная артистка России Ирина Дякова для вас сегодня работала. Баба-Яга. Назар Сафонов. Екатерина Рогачкова. Кирилл Фрофамиль. Чернышенко. Шекспира играет. Сейчас Шекспира подыграет. И Анна Кормакова, Милолика. Художественный руководитель театра Евгений Питерев. Но это не я, он сейчас работает.
Меня зовут Игорь Теплов, да, я с ребятами придумал эту сказку. Ребят, друзья, дети, товарищи, господа, мы вас приглашаем всех в театр Пушкина в октябре, в ноябре на сказку. И вообще, приходите в театр Пушкина, ходите в театр, любите друг друга. И хорошего вам лета. Все, спасибо, Метро Фэмили, всем пока! Thank you.